Всем привет! Добро пожаловать на канал! В сегодняшнем видео я хочу показать и рассказать о 5 идеях для детской комнаты, которые можно сделать своими руками. Первое, конечно, о чем я хочу рассказать, это наш балдахин. Это одно из украшений нашей комнаты. Балдахин делает комнату более уютной, такой сказочной, можно так сказать, необычной. И когда мы его снимали, стирали, то как-то было уже неуютно и некомфортно, когда нет балдахина. С балдахином, конечно, намного вот как-то теплее кажется и уютнее ребенку даже спать. Нам Саше очень нравится спать под балдахином. Под ним можно не только спать, использовать его над кроваткой, но можно также использовать как место для игр. Также его можно стирать, он легко снимается. Висит балдахин на крючке, который вмонтирован в потолок, и можно его снять с крючка, постирать в стиральной машине, погладить и повесить назад. Мне хотелось как-то украсить этот угол, где висит балдахин, стоит кровать, и я решила заказать на AliExpress звездочки, это наклейки, они разного размера, и я их вот просто наклеила здесь вот в углу, где висит балдахин. Они не наклеены по всей комнате, а вот только в этом месте. И тоже очень красиво смотрятся. Возможно, я закажу еще таких звездочек. И еще немного доклею. Я оставлю ссылку под видео на магазин, где я заказывала эти звездочки. Можно также наклеить не только звездочки, кружочки, треугольнички. Есть очень много разных наклеек, вы можете заказать и подобрать что-то для себя. И следующее, что хочу показать, это рамки, либо с фотографиями, либо с вот такими вот цветными картинками, постерами. Можно разместить в детской комнате, повесить на стену, либо просто вот так вот поставить на тумбочку или комод. Можно распечатать несколько картинок и периодически их менять. Также картинки не обязательно вставлять в рамку, можно просто повесить на стену, купив какой-то оригинальный цветной скотч и закрепив их на стене. У нас есть еще одна большая розовая рамка, и в дальнейшем мы обязательно повесим наши рамки на стену. И следующее, что мы делали с Сашей вместе, это наши вот воздушные змеи. Для того, чтобы сделать змея, необходимо найти вот такие вот палочки или веточки на улице. Мы вместе ходили, искали. И первого большого воздушного змея я делала сама. А розовый мы уже с Сашей делали вместе. И Саша меня просила еще сделать еще поменьше, чем розовый, чтобы их было 3. И одно из последних видео, которое было на канале, это мы делали с Сашей вместе флажки, и вот они у нас здесь висят и тоже являются одним из украшений нашей комнаты. И последнее, что хочу показать, это наши подушки. Я уже показывала на своем канале, как шить подушку звездочку, подушку облака. Я думаю, что в дальнейшем я покажу еще, как шить несколько декоративных подушек. И подушки очень удобно, мы их используем не только как подушки, но и как бортики в кроватке ребенку, чтобы было удобнее и комфортнее спать. Также подушку можно использовать не только на детской кроватке, но и как диванную подушку. Вот такой небольшой обзор нашей детской комнаты. Я показала вам все, что мы сделали сами своими руками. На то, что не нужно тратить много денег и много времени. Наш ребенок остался доволен, ей нравится проводить время в этой детской комнате. И я думаю, что это не все. Конечно же, мы будем еще как-то обустраивать детскую комнату, что-то будем делать. И обязательно я буду показывать это на своем канале. Если вам интересно, подписывайтесь на канал. Будет еще много новых видео. И все, что сегодня я показывала, на все есть видео на канале. Вы можете зайти и посмотреть. И обустроить точно так же свою детскую комнату. И на этом все. Я хочу с вами попрощаться. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. И всем пока. До новых встреч в следующем видео. Взрослая уже? Детский сад уже закончился, да? Да. Я еще буду.
они резиновые? Резиновые, зеленые. Ага. А еще что? Зонтик. Зонтик, да. А еще? Курточку. Курточку. Да. А еще? И пойдем туда. И еще шапку. И шапку, да. У нас идет дождь уже целый день сегодня, да? Да. Мы не можем пойти на улицу. Да, мы пойдем в шапушку. И еще курточки, шапки, в зонтике. Ой, не в шапке, в зонтике. Под зонтиком.